Снова всем welcome, снова я, а мы продолжаем, значит. На этот раз я нахожусь в Осаке, заехал на заправку, сейчас подзаправился, сейчас поедем дальше, немного покажу Осаку. Светофоров не так много,
то, что я до этого ехал по другой трассе. Там ограничение 40, да и светофор еще натыкано. Хотя трасса отличная прям. А, это чего? Вот тут какие-то рыбаки показаны. Видимо, чувак рыбу перевозит туда там.
такой вот город Осака. Ладно, будет что еще интересное, я обязательно включу, до связи.